И избавить кухню от неприятного запаха, дыма или испарений, защитить мебель, стены и потолок от жира и копоти поможет вытяжка. Кухонные вытяжки можно разделить на три типа – встраиваемые, купольные и островные. Встраиваемые модели, как правило, располагаются в шкафу, оставляя его функциональным. Остается место для дополнительной полки. Такая модель хороша тем, что практически не видна. Вам достаточно протянуть руку под шкафчик, нажать на кнопку, и она начнет работу. Большим ассортиментом отличаются купольные вытяжки. Они бывают абсолютно разных форм и размеров. Можно подобрать и любой цвет по желанию. Самые популярные модели выполнены из стекла или нержавеющей стали. Вытяжки островного типа крепятся непосредственно к потолку и могут располагаться практически в любом месте прямо над варочной поверхностью. Такая бытовая техника предназначена для просторных кухонь, в которых варочная панель расположена нестандартно, например, в центральной зоне. Первое, на что нужно обратить внимание, это ширина вытяжки. Она не должна быть уже варочной поверхности. В противном случае вытяжка будет улавливать испарение значительно хуже. Второй, не менее важный пункт – мощность. Подбирать ее придется под размер кухни. Скорость очищения воздуха равна 10 объемам в час. Остальное просто. Высчитываем объем кухни, то есть высоту, длину и ширину вашего помещения. Полученное умножаем на 13, это количество обновлений воздуха в час, и прибавляем резервную мощность вытяжки 30%. Так, для обычной кухни в панельном доме подойдет вытяжка с производительностью 505 кубических метров в час. Средний уровень шума для вытяжек на максимальной мощности равен примерно 37-62 децибелам. Хотите избежать назойливого шума? Тогда вам нужна вытяжка с двумя вентиляторами и качественными электродвигателями. Обычно любая вытяжка имеет несколько скоростей, но следует помнить, что высокая производительность заявлена лишь при крайней скорости. Первая скорость подходит, когда вы варите что-то несложное, к примеру, яйца. Вторая скорость предназначена для жарки, а вот третья быстро спасет от неприятного запаха, если у вас что-то подгорело. Вытяжные вентиляторы могут работать в двух режимах. Это непосредственный отвод воздуха в вентиляционную шахту или рециркуляция. Режим отвода воздуха является наиболее эффективным. Он обладает максимальной производительностью и обеспечивает 100% очистку воздуха. Все кухонные испарения, гарь и копоть выводятся за пределы помещения. В фильтрующем режиме, или как его еще называют в режиме рециркуляции, вытяжка не подключается к вентиляционной шахте. Режим рециркуляции работает как фильтр. При этом воздух в помещении не обновляется, а просто проходит через несколько фильтров. Сначала через алюминиевый жироулавливающий фильтр. Здесь останется жир и копоть. А затем через угольный фильтр, который борется с неприятными запахами. И если алюминиевый очень легко моется в посудомоечной машине, то угольный фильтр придется менять раз в 3 месяца. Пожалуй, это все, что нужно знать для того, чтобы грамотно подобрать вытяжку. А ее неповторимый стиль и дизайн может стать маленькой прихотью любой домохозяйки. Бытовая техника Hansa. Hansa.ru